Пинаешься, и все, сердце в пятки. А глубоко там, глубоко? Как обещали. 2 метра. Ну, это самые смелые сюда ныряют. Я не знаю, смогу ли я нырнуть. О, а самое смелое так долго сидит. Вы уже окунулись? Как? Сильно ледяная? Да нет, хорошая. Да нормально вообще, не холодно. А вы, Наталья, почему не окунаетесь? Как я вот вещи не торопила. Давай, Ина. Да. Кстати, я сниму, как он боится. Может еще раз повторить? Потом вот я стал чуть куда ближе, ну, поудобнее, вот, сухая, да, потом раз, и я вот так боком, ну, то есть я увидел, что это, все, быстро прыгнул и сразу вылазь. Все, вот когда там будешь стоять, холодно, да, тело? Ну, нормально, знаешь, я вообще не морщ, не это в пазнике. Да, вообще ощущение не передавало. Най, гори. Ну и что, Игорь, как ощущение водички? Можно, конечно, еще раз, но это не тяжело. Я слышу, так все быстро, что я умудрился закончить кричать под водой. Я даже хлебнул воды. Она нормальная, но холодная? Она нормальная. Нет, она пресная, минерализованная. Температура сама. Ага. Да. 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 Да.